Так, ребята, всем привет и небольшое видео по радиусным пилочкам. Что это такое и с чем его едят? Значит, радиусные пилочки нужны для выпиливания радиусов, полукругов, закруглений, завитушек. В основном работают по фанере, МДФ, ламинату. Они бывают грубого реза, то есть он режется сколом, но быстро, для быстрой резки. Какой-то фанеры, сколы будут ужасные, каких-то тоненьких досочек. Вот. Они бывают грубые и бывает чистый рез. Чистый рез, да, видите, разводки нету, ровная. Вообще, смотрите целую серию о пилках моих видео. Но сейчас я вам расскажу, чем они отличаются, такая основная информация. Вот смотрите, допустим, они очень тоненькие. Вот у нас есть еще по металлу Makita специальные, видите, примерно одинаковые, да? Берем, допустим, биметаллическую Хаверу. И мы сразу видим, что она толще. Берем МПС. И видим, что они значительно толще. Если мы возьмем для грубого раскроя просто быстрый рез, видим тоже, да, толщина значительно отличается. Вот. То есть это одни из самых тоненьких пилочек, которые есть для работы. Используются, как я уже сказал, в основном для ламината. В принципе, эту грубую я уже показал. Вот Китай, он обычно какой-то весь побитый, покореженный. Пилки китайские почти всегда какие-то кривые, с закосами какими-то. Вот, вот еще один китаец. Тоже кривоватый тут. Вот. Есть Швейцария и Германия. Вот. Швейцария будет более надежной. Швейцария — это условный Bosch, скажем так. То есть это все делается на одном заводе. Смотрите другие мои видео, я там рассказываю. Вот. Швейцария отличается. Вот оно, да? Профиль вот такой вот. Здесь я не понимаю, почему Dewalt чуть-чуть короче сделаны, но они как бы не отличаются друг от друга. И вот Германия, Вилпу. Видите, вот у Вилпу профиль отличается. Он чуть выше и как раз в том месте, где они часто ломаются. То есть вот здесь вот более усиленная, здесь более слабая. Вот. Ну и сейчас посмотрите примеры работы радиусной пилки, для чего она и как ей пользоваться. Переходим в мастерскую. Итак, что такое радиусная пилка и для чего она используется? А вот для таких винтов. Вот это вот радиусная пилка по ламинату. Понятно, да?